трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Министерство внутренних дел попросило Минздрав увеличить в России число пунктов, где можно проводить освидетельствование водителей на состояние опьянения. Сделать это нужно для того, чтобы быстрее определять, трезв автомобилист или нет. Минздрав ответил МВД, что работа в этом направлении уже ведется. Ранее полицейское ведомство, добавлю, высказалось за существенное ужесточение наказания за повторное управление машиной в нетрезвом виде. Трасса 101. Нехватка денег заставляет российских автовладельцев экономить на своих ласточках. По результатам опроса, проведенного «Автомейл», в прошлом году каждый второй респондент отказался от ТО у официального дилера. Опять же, каждый второй стал реже заезжать на автомойку. 60% участников исследования сократили число поездок. 16% перестали оформлять полис КАСКО. Каждый десятый не отремонтировал машину после ДТП. Трасса 101. Пользоваться автомобилями с двигателем внутреннего сгорания в российских городах-курортах, возможно, запретят. В частности, уже этим летом основная часть Олимпийского парка в Сочи станет доступной только для электрокаров. Кроме того, как рассказали в администрации Краснодарского края, рассматривается возможность введения табу на передвижение машин 1, 2 и 3 экологических классов в прибрежной зоне. Трасса 101. Российская газета подготовила очередной список самых недорогих новых легковых автомобилей, продающихся в нашей стране. Возглавил перечень седан «Лада Гранта», стоимость которого в стандартной комплектации составляет 399 900 рублей. Второе место у седана «Лада Приора». Хэтчбэк уже не выпускается, от 414 900 рублей. На третьей строчке лифтбэк «Лада Гранта» минимум 424 900. Также в первой пятерке «Равон R2» и «Датсун Ондо». Оригинальное предложение своей возлюбленной сделал один из автолюбителей Барнаула. Когда пара ехала на машине, ее остановили полицейские с автоматами, положили на капот и начали досматривать. В сумке девушки люди в масках обнаружили целлофановый пакет, который она раньше не видела. В пакете оказалась коробочка с кольцом. Тут барышня и обомлела, а ее кавалер заявил, что это все розыгрыш. В итоге теперь уже невеста сказала «да». Ну, конечно, с таким не соскучишься. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.